Хе-хе, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с вами проходить Darkstone, эту нашу замечательную игрушечку, быстрее бы её пройти. И уровень 10 у нас, на 10 уровень мы уже попали, а у нас, как мы знаем, штук 30 их будет, наверное, я не знаю, честно, вообще. И здесь, я так понимаю, не будет типа мини-главарей каких-нибудь на каждом подземелье. То есть, у нас только один будет главарь, да, который в конце, Дракота там, или какая, Драшмарак. Короче, дебил. И все, вроде, да. И еще у меня такой вопрос. Как можно как-то перейти на следующую сложность? Или это нужно новую игру начинать? Вот, не знаю. Это возможно? Типа, я же там как бы 20 уровень набил, да? Мне написали, что я могу, типа, на высшую сложность пойти. Но я вот не понимаю, можно ли это сделать во время того, как я прохожу, например, это... Этот раз. То есть просто повысить сложность. Дальше идти, но повысить сложность. Нет, нельзя. Окей. Ай, куда ты бежишь? Ну-ка так стоять. Стой в проходе, бля. В смысле? Ты чё, охерел там, да? А ты чё, слышь, я его бью, а он меня бьет. Какого хрена? Тут так не работает, алё. Тут такая херня не работает, пацаны. Так, буду бить, пока не выбью, наверное, да? Потому что, блин, что-то они жесткие. Короче, ну, блин, я не маг нихера. Ни разу. Поэтому магии, в принципе, бить бесполезно, я вижу. Потому что очень мало отнимает. Зато, смотри, золото сколько падает. Класс. Буду на золото покупать, да, я не знаю. Буду, наверное, фармить, скорее всего, на то, что... На то, чтобы апгрейдить оружку. Потому что, я думаю, броня мне не сильно так-то важно пока что. А вот оружку вот на урон, на урончик... Мне бы нормально было. Так, я уже здесь 700 тысяч раз был. Почти. О, тихо. Книжонция. Что за книжонция? Я не могу ее 55 магии. Ночное видение. Ну и нахер она мне надо? Это ночное ваше видение. Что это? Нет, не надо. Так, ты не взорвешься? Спасибо. Потому что я вроде прокачал там себе уровень, как бы, навыков. Чутье, вот третий уровень. И вот этот третий уровень. Ну, я не знаю, я, наверное, навыки все вкачаю. Вдруг пригодится, мало ли, почему бы и нет. Только нужно, конечно, много золота. Прям дохера золота надо. Кто тот? Никого? Так, стоп, я сейчас посмотрю на карту. Мне нужно вообще вон туда. А тут я все облазил уже. Так что мне надо... Не, сейчас пойдем налево. Сейчас пойдем вот так раз и налево. Трон террора мы пойдем потом. Мана у меня, так понимаешь, восстанавливается, да, 32-34. Она вроде, когда ее не используешь, она потихоньку восстанавливается. Ага. Вон, смотри, какая сука. Я могу и так открывать, какая мне разница. Вот это почему не открывается? Это же ворота. Ой! Блин, не та кнопка. Так, тут закрыто. Сейчас в комнату террора, наверное, в самом конце пойдем, потому что я не знаю, что там. Может, я там... Так, сказали сохраняться почаще. Сохраняюсь почаще. Ну да, в принципе, тут надо сохраняться после каждого убийства противника. То есть убил противника, сохранился. Одного. Убил, сохранился. Убил, сохранился. Убил, сохранился. Потому что ты не знаешь, когда какой противник тебя сможет отпиздить. А, не понял, где тут проход? А, так, стоп, это уже все, что ли? Ну ладно, тогда пошли туда. Сказали все, конец. Я же все обшарил, смотри, внизу. Да, там уровень 11, мы сейчас туда пойдем. Сейчас посмотрим, что тут. Так, что, ничего нет? Эй. Комната террора, ты чего? Фак! Ты кто? Ты сука? Ты живой? Отвечаю. Тот, кто будет мертвых, должен обрести вечный покой, блядь. А-а-а! Сука, сразу же и попал. Ну пошли, погуляем. Вот это типа мини-главарь, да, вот о которых я говорю. О, я его буду долго бить. Сегодня мои ребятки на 11 уровень не попадем. Отвечаю. Так, пошли к манне. Где манна? Манна вот здесь была где-то. Будем бить его манной. Манна бесконечная, будем шмалять. Почему бы и нет? Ты чё, мечистый, да? Ава! Давай я вот так просто буду долбить, сейчас стоять вот так вокруг манны. Смотри, и просто буду вот так манной долбить. Где ты там? Мужик, мужик!
Конечно, там урон... Не, хотя урон нормальный, в принципе, 14, смотри, прилетает. Чё ты не имеешь маны, нихера? Мана у тебя бесконечная, не пизди. Вот так я его буду бить. Сейчас. Тя-т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 я, вот и все. Бляха, вот это я читер. Чё там с тебя спал? Доспех и все. В смысле? Даже не синий. Броня 10. А что за страх? 375, что за страх? Броня страха. То есть броня всего-то 10. А что за страх? Это типа накладываешь на противника страх, и он убегает? Да, ну это неудобно будет, если придется мне менять каждый раз. Там типа, знаешь, увидел какого-то сложного противника, поменял броньку. Тут что, ты все? А то, а что, я его завалил просто, типа, мини-главарь и все? Ну ладно, комната страха, так комната страха. Пойдем, подожди, нам сюда, да? Сейчас. Так, ты. Не, нам не сюда, нам вот получается. Как я стою-то? Назад, вот так. Да зайди ты, блин. В принципе, главарчик был несложный. Ну мне просто повезло, что рядом манна была бесконечная. Поэтому я его просто магией захерачил быстренько, да и все. Нормас, нормас. Ну, херня с него выпала. Если бы синий доспех, там, броня 20 и вот этот страх, я бы забрал бы, да. Я взял бы там, например, или что-то еще плюс. Ну, такая херня, ну, страх. Ну, что, я не знаю, что такое за магия страх. Можно, конечно, попробовать. Вау, какой маленький сундук. Как всего много с него выпало. Давай попробуем. Подожди, а как этот страх вообще, в принципе, работает? То есть, я беру броньку. О, вот это красота. Я помню, вы так респаундились. То есть, смотри. Давай попробуем сейчас. Вот, смотри, я беру эту броньку, одеваю. 43-20. И как работает страх? Он работает, когда я выстрел делаю или что? Как это работает вообще? Да блин, ты что не наводишься-то? Как использовать этот долбанный страх? Может, это в заклинаниях становится? Страх. Свет. А у меня страха нету, и как его использовать? Страх, подожди. Вот ты. Ага, вот, магия 1, магия 2. Страх это на... А ну давай попробуем просто, что за страх? Это получается у нас R1. Подошел. Ага, он убегает просто, он тупо нихуя не делает. А-а-а, ты серьезно, этот страх делает работает всего-то 2 секунды, вы чё? Чего, блин? А это не 375 зарядов, это всего-то 5 зарядов там будет, наверное, и все, 75 сразу за один выстрел. Да ты чё, херня, короче, нафиг выкидываем, на. Снять, говно, это ре... А ты чё, куда снял-то? What the fuck? Ты чё, выкинул, что ли? А чё ты выкинул-то? Я же его продам. Херня, реально херня, отвратительная херня. То есть он работает, там не 375 зарядов, а просто там херня зарядов. Реально. Чё тут так пусто-то? Еда. Ну еда, блин, не знаю, здесь смысла ее таскать с собой нету, потому что можно вот так вот взял, сожрал и все. И опять уже ты тебе, я думаю, за 2 часа можно найти. Ну реально, он долго очень сильно есть хочет. Так, шахта 2, вход на уровень 12, покинуть уровень. Ладно, пошли по правой стороне пока что. Будем искать противников, которые вот уже есть. Блячьи лучники, сука. Please help. Please help. Блин, одного убиваю с 3 выстрелов, одного убиваю с 5 вообще. Смотри, он еще и стреляет при этом. Я в него попадаю, а он при этом еще и стреляет в меня. Ему вообще насрать. А, какой это косяк. Жесть. Подожди, у меня магию не. У меня магия должна быть вот... Не, стоп, не это. Какая у меня была стояла? Не, у меня не магия стояла. А что у меня стояло-то? У меня навык стоял. У меня навык вот этот стоял. Вот это. На всякий случай.
Please help. Да серьезно, что ли? Вы у меня уже убиваете? Да ладно, они вообще здесь какие-то неадекватные. Прикольно. Чё это? Посох, нахер. Такой длинный. Чё это? Крутой человек, крыса. Please help. Ла-да-ди, ла-да-ди-дай, ла-та-та-ди-та-ти-да-тай. Да, вот так тебе и все. Не, это косяк, реально косяк. Они нападают минимум два человека иногда бывает, и они, сука, меткие такие, еще и урона до хрена наносят. Вообще не вижу смысла здесь броньку какую-то одевать, если ты все равно тебе влетит так, что ты ничего не сделаешь. Не понимаю, нахера это все надо. Вот так не получится стрелять мне в проход, потому что если я двинусь чуть-чуть, смотри, камера же здесь долбаная. Обдолбанная. И ему похуй, смотри, он бросает просто и попадает в меня. Ему вообще насрать на то, что я там стреляю, не стреляю, что я там делаю. Вообще абсолютно. Я не знаю, как здесь от них обезопаситься. Вообще никак не получается, потому что их очень много. Они не по одному ходят. Если бы они хотя бы еще не такие меткие были, как они метчат. Please help. Ну и я стою, стреляю. Он и тут раз решила такая стрелу выпустить. Ну какого черта? Я ж тебя попадаю. Или как? Или что? Или это я так просто чисто для прикола все делаю? Да походу да. Help. А все, уже все, смотри. Ага, она мне всего-то три стрелы дала, и все, у меня уже please help. Три стрелы всего-то. Вы сейчас при... Блядь! Охуеть. Да, немножко бредово. Немножко бредово, совсем. Совсем немножко, чуть-чуть прям. Прям самую малость. Прям самую малость бред идет. Попал. Не? Как так-то? Дубина, сам ты дубина. Так, ну пьем. Че вот это, подожди? Почему его нельзя использовать? Что-то лежит такое. Ты ублюдок. Два ублюдка. А я еще не попадаю, я ж меткий, блин. Да может ты будешь стрелять так по диагонали, как я тебе говорю? Что это за штука? Почему ее нельзя использовать? Она лежит подозрительно. Что я сделаю? Крутой человек, сука! Ай, секундочку. Так, о, блин, телефонные звоночки опять-таки. А что, это ящик не работает, что ли, да? Так. Мне страшно куда-то здесь двигаться вперед, потому что здесь респаун этих пырей неадекватные. Они сзади появляются, спереди появляются, сбоку появляются, с середины появляются, в жопе появляются, везде появляются, суки. Вот смотри, какая хитрая падла. Я еще даже за угла не вышел, она уже, сука, стреляет. Так. Ага. Ну, блядь, что ты делаешь? Стреляем вот так. Может, кого-нибудь подобью. То есть, я... то есть, короче, то есть она попадает, я не попадаю, при этом стрела летит точно в ту же сторону, куда и, блядь, ее стрела летит. Ай, да вы сейчас прикалываетесь с меня, просто прикалываетесь, просто нахуй меня посылает игра. Я тебе реально отвечаю, просто нахер меня игра посылает. Ну это как так-то, блядь? Я стреляю точно в ту точку, откуда стрела летит, и я при этом не попадаю, но при этом она попадает. Ну, блин, ну это да, это дискриминация. Сдохни там уже, блядь. Мне нужна скорострельность. Во. А скорострельность здесь ты хер добавишь. Еба! Мало так-то вас там, чуваки. О, началось, блин. Началось. Скелеты уровнем выше стали. Все, я уже не попадаю. Я в упор стою, стрела... Смотри. Стрела просто в него летит, а она не... Мне говорит, урон не проходит, чувак. Что хочешь, то и делай. Я тебя не засчитаю. Yes. Ес! Да ладно, урон, что там за танцульки-то у тебя?
Да, блин, это так прикольно вообще. Так, жизни я могу добавить или нет опять? Не могу, в смысле не могу? 50, а чё 50-то всего? Какого? А я хочу больше. Как... Я с такими жизнями не выживу никак. Я буду тогда на ловкость качать, а что делать? Ну блин, а как? Почему нельзя жизни-то больше добавить? Ага, сучара. Баба неадекватная. Почему нельзя добавить жизни-то еще? Как это 50-то всего? Да каких 50? У меня и 50 нету. Там 40 с чем-то у меня. Сколько у меня максималка? 48, даже 50 нету. Это вообще не весело ни разу. 110 золотых. Ты ману не можешь взять? Ладно, значит она тебе не нужна. Так, тут я все, да? Да, тут все. Тогда я вот тут был. Нихера себе их там. Шлем не влазит. Член не влазит, блядь. Шлем не влазит. Ну и что ты не попадаешь сейчас? Молодец. Ну что шлем-то не влазит, не пойму. Это был бадабум. Я почти сдох. Алибарда, нихера себе, сколько всего. Так, я вот думаю, может полететь в город? Все продать, потому что что-то здесь всего так навыпадало. Смотри, берем, короче, вот так. Берем навыки. Не, не навыки, нахер навыки. Вот это ставим на магию 2. R1, бам. Есть, теперь меняем назад. На заклинание вот это. 2. Хорошо, так, я взять больше ничего не могу. Почему не могу? У меня же, смотри, сколько места-то. Или у меня мелочи куча вот тут. Вот тут вот. Что-то у меня здесь, мне тут ничего вообще нет. Почему я так, я помню, бегал. А, там, короче, как сказать, я сколько шмоток. Думаю, нифига себе, я что-то прокачался там, что ли. Шмоток больше стал носить. Тут всего 4 шмотки взял. И все, там у меня было столько. У меня были там и кинжалы, и булавы, и все. У меня там сколько было, я тогда за один раз нагреб такого. А тут, короче, нихера не взял. И уже, говорю, все, ты уже забитый. Как, где, почему нету точки? Ну, в смысле, вот заходишь ты в сумку, инвентарь, прочность 11-20, где мой вес или что-то, что я почему не могу носить больше? Ладно, продаем. $17,000. Херня. Подожди, а там что-то еще? А, книга. Я же... Ай, ты камера, не дури. А сюда можно, кстати, зайти? Мария. Я думал, может, можно в колодец прыгнуть. 16 000 ночное видение, нафиг. Свет, нафиг. Это пускай активная будет. Телепортация, нахрен. Магическая бомба может пригодить. Так, а что у меня по мане, по жизням? 6, 9. Обнаружение. В смысле, обнаружение. Чего обнаружение, нахер? 9 и еще 3 штучки надо купить. Манна есть, эти есть. Ой, подожди. Купить. 1, 2, 3. А ну стоп, может кольца какие-то есть? На удар 1% херня, устойчивость к яду 19, нифига себе. Устойчивость к яду определяется чем? Тем, что в меня будут меньше попадать ядом, можно меня отравить. Или же, когда меня отравят, будет меньший урон. Как понимать? 1 к силе, ну это херня. 15 к мане херня, к магии херня. 2 к магии херня. Случилось к магии херня, 4 к мане херня. Все херня, абсолютно все. Ну вот эта тишина мне не нужна, воровство тоже не нужно. Потому что как, в смысле, ну блин, в смысле воровать у монстров? Вы сейчас прикалываетесь? Опознание, я не знаю, что опознание делает. Хотя, пускай, наверное, я так думаю, хватит. А ну, чувак, у тебя есть что в продаже?
4, 8, 8, 12. 8, 12. Так просто без нихера. 12, 540. Странно. Плюс 6% брони, броня 20. Не надо. Ай, кошмар. Сохранились. Погнали. Блин, были бы вот эти вот ручейки манны, чтобы бесконечно. Вот это классная штука, тоже мана. Вот это что жизни, что мана. Бегаешь, просто хиляешься постоянно. Они бесконечные. Валишь. И нормально. И все окей. А, сука! Ну нахуеть, блядь! Ну вот что это? Ну ёб вашу блядишку! Да, издеваются просто, я знаю. Ты кто такой? Отвали. Please help. Да please help, конечно же help, please, потому что тут долбоебиз. М. Капец, просто вылез такой и мне сразу же, на нахер, чуваки, со всех сторон, самое что прикольное. Самое прикольное, что со всех, сука, сторон. Так, берем синие. Алебарда пол в инвентаря сразу займет. Что тут еще? Вот это синее вроде было, это белое. Это херня. Да, вот это сейчас было не весело. Так, я иду не туда. Я вон там еще не был. Тут сюда, правильно? Правильно. По прямой. Страшно. Воу, чё это? Чё-то новенькое. А где вход-то? Чё я сюда пришёл? А, я тут пролезу? А, пролезу. Чё-то я не пролезу. Я худенький, я ж вор. Красные скелеты, которые ходят, блядь, по диагонали, твари. И опять урон не проходит к ним. Да ёпта. Ты можешь просто брать и валить. И все, ничего же не надо делать такого серьезного. Просто берешь и валишь. Главное, чтобы лучников поменьше было. Вот это самое главное. Это скелеты, это херня. Они гуляют. Просто отошел к нему, подошел, отошел, отошел, подошел, подошел. Да и похер на него. Так, я буду на всякий случай открывать вот так. Потому что мало ли там. Стоп, надо покушать. Сесть. Никого, что ли? Как так-то? Классная комната, хорош. Аж целых две. Целых две классных комнаты. Так, я где? Так, тут... А что шахта... окей. Ла-ла-ла-ла. Так, подожди, это я по кругу сейчас прошел. А как мне туда попасть? Ага, шахта 1. Орёщ. Вот заход. С такой камерой тут что-то делать. Ау! Кто это? Я даже не успел похилиться. Ладно, давайте на этом закончим, короче. Не хочу сейчас идти туда. Бляха-муха. Не успел даже хильнуться. Там какая-то херня выскочила. Я даже не понял, что это. Это осы эти? Так, а что они меня с двух ударов-то убили? Не понимаю вообще. Взять, короче, вот эти 96 тысяч, тупо все вкачать в броню. В броню? Так оно ничего не даст. У меня тут хоть и 1000 брони будет, они меня будут убивать с двух ударов. Вообще не понимаю. 2 к ловкости, 2 к живучести. Лук этот. Лук, блин, конечно, бы вкачать. На удар 6, магия. На удар 9, на удар 9. Ну да, это точность хорошая только штука, но только не всегда она работает. Ладно, короче. Всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео. Комментируйте, всем до встречи в следующей серии Darkstone. Попробую зачистить этот гребаный данжеон. Все, всем пока.